Весь тот ведьмак страшила. Я у себя в носу кое-что поинтереснее находил. Не разорваться же мне. Поклон вам. Снова потащил этой колонке. Я у себя на судьбой чуть-чуть не какие-то проклятия на них насылают. И силу живую высасывает. Вот и мой мужик, как они.
Приветствую. Вы по какому поводу? Я по поводу объявления про Лишачиху. Ты его дал? Так и есть, я. Вы бы этим не занялись? Вы же ведьмак, верно я понимаю? Я такого видал на картинке у бабки в книжице. Монструм или же ведьмака описание. Ну, как сейчас помню. Нам-то жуть. А для вас что там какая-то лишачиха? Поговорим о награде. Ну, давайте. Так сколько вы хотите? Лишачиха наш, понятное дело, супротивник серьезный. Только вот нет у нас столько. Может, скинете чуточку? Ладно, пускай будет по-вашему. Я займусь этим. Кто-нибудь видел эту лишачиху? Может о ней рассказать? Старый Вильям, должно быть, видел. Но он вам ничего не скажет. Слабое у него было сердце. Нашли мы его утром на полях. Так что люди-то теперь боятся по ночам выходить. Но поговорите с Агнетой. Вроде она видала призрака. И с ней ничего не случилось? С ней? Да она троих мужей пережила. С такой-то бабой и лишачиха не сдонжит. Знаете? Куда вы так спешите? Боги тебе в помощь. Может, мне старика вручил? Нога собачья. Ну, как поймает чего? Боги тебе в помощь. А мама говорила, если я не буду слушаться, меня пошлет на сладкую тропинку. Поболтать хочешь? Поищи кого другого, меня от голода тошнит. Придут ли когда лучшие времена? Людоед жестокий, а есть тоже ведьмак страшила. Здоровый, как я. Рога, вот такие! Говорят, ты можешь рассказать про призрак? Да, видела я ее. Лишачиху видела? Как тебя сейчас вижу, ведьмак! Как она выглядела? Попробуй ее описать. По правде сказать, не то чтобы я ее разглядела, смеркалась уже. И тут мне какое-то облако бледное поблазнилось, будто пар. Подошла я ближе, а облако густеть начало. И увидела я, будто лицо в тумане. И что было потом? А что должно быть? Думаешь, я ждать буду, покуда она мне вся покажется? Побежала я в деревню рассказывать. Ясно. Говоришь, она появилась сразу, как стемнело. Это важно, спасибо. Будь здорова. Она меня пошлет на сладкую тропинку. Как тебя, бароновы люди, кнутом проучат, не будешь такой заносчивой. Здесь шла женщина, босиком. Ткань. Возможно, часть платья. Она зацепилась за кусты. Судя по расстоянию между следами, она бежала. Потому и порвала платье. Кто за ней гнался? Бежать она не смогла. Он ударил ее ножом или перерезал ей горло. Странно, что нож он оставил. На нем засохшая кровь. Это может пригодиться.
А в эту сторону он тянул тело, здесь видны следы. Убийца отнес тело в лес и закопал. Могила не глубокая, он спешил. Что-то торчит из земли. Письмо? Похоже, девушку убил отвергнутый возлюбленный. Полуношница. Староста наверняка знал эту девушку. Надо будет его расспросить. Приветствую. Вы по какому поводу? Ты знал Зулю и Букая? Они, кажется, жили в этой деревне. Добрые боги! Откуда вы знаете? Начаровали, что ли? Они оба как сквозь землю провалились. Мы их неделю не видели. Я нашел могилу этой девушки письмо. Из него следует, что она отвергла Букая, потому что любила другого. Зулиантик, да? Мы думали, они на север сбежали счастье искать. И Букай примерно тогда же съехал. То есть, значится, эта призрачница наша Зуля? Не может быть. Такая добрая была девушка, такая ладная. Может, вы знаете, где они встречались? Ну, молодые-то обычно на поляну ходят, на запад от деревни, за поля. Зуля, добрые боги. Проклятие это я не сниму. Придется изгонять призрака, а для этого надо привязать его к месту. Не явится. Скотина!
поспешите. Ау! Приветствую. Вы по какому поводу? Я избавился от лишачихи. Она больше не вернется? Нет, я знаю, как справиться с полуношницей. Ясное дело. Вот тут награда вам, как обещали. Спасибо вам, мастер-ведьмак. Прощай. Ой, нелегко. Откуда боги привели? Но пошла. Пошла. Геральт, спасибо за все. Не смотри на меня так.
Но... Но! Погоди, плотва. Проклятие! Ну-ка, братва, за работу! Еще? Не отпускай его! Что, драться расхотелось? Спасибо, сударь. Вы мне жизнь спасли. Если вдруг останетесь у нас в клинике, заглядывайте. Я вас за так подстригу и побрею. Thank you.
волк. Мне кое... Thank you.
Будь здоров. Привели.
Я ищу Неллина, охотника. Ты его нашел. Чего тебе? Я ведьмак. Насчет объявления. Когда ты последний раз видел жену? 5 дней назад. На рассвете. Я выходил на охоту, а она спала. Когда я вернулся, ее уже не было. Ты не заметил ничего подозрительного? Может, она странно себя вела? Нет. Она веселая была, улыбалась, как всегда. Она не сбежала, если ты об этом. Может, она отправилась в соседнюю деревню и забыла предупредить? Нет. Моя сестра никогда не пропадала так надолго. Вы пробовали ее искать? Мы спрашивали в деревне, но ее никто не видел. Должно быть, она вышла, когда все спали. А я сколько раз говорила, чтобы она одна не ходила. Никогда она меня не слушала. Мы с мужиками прочесали лес. Ни следа. Я посмотрю в лесу, может, вы что-то пропустили. Поспрашиваю еще людей. Она тут с кем-нибудь дружила? Ганя была, то есть она и есть. Скорее, скрытная. Иногда за детьми кузнеца приглядывала. А в деревне больше всего с Гленной сошлась, с женой мясника. Спасибо. Попробую ее найти, но ничего не обещаю. Здравствуй, ты Глена? Я. У меня на продаже только хрящики и шпик. Но придется обождать, пока я все разделаю. Ты жена мясника? Сударь, да какой он там мясник? Ой, когда-то, когда мы еще под Новиградом жили, можно было и так сказать. А теперь он павшую скотину разделывает. Кости всегда на суп пригодятся. Ну, берете что-нибудь? На самом деле я хотел поговорить про Ганну. Вы, кажется, дружили. Она заходила, бывало, поболтать. В последнее время у нее все было в порядке? Ты не знаешь, куда она могла пропасть? Да нет, она веселая была, как всегда. По-моему, так ее волки сожрали. Последнее время по ночам только и слышно, что волчий вой. Даже бароновы люди стали нам меньше докучать, потому как волков боятся. Она, небось, в лес зашла подальше. Ну, за грибами, может. Вот на нее зверюги и напали. Спасибо, будь здорова. Ну и меч. Мой дядя тоже такие делает. Можно потрогать? Лучше не надо, он очень острый. Я хочу поговорить с твоим папой. Когда-то я ковал мечи, а теперь все больше косы да мотыги. Если хотите хорошее оружие, лучше езжайте в Новиград. Я хотел спросить про Ганну. Говорят, она иногда присматривала за твоими детьми. А, тетя Ганя, ты знаешь, где она? Нет, потому я к вам и пришел. Может, она вам говорила, что куда-нибудь собирается или еще что? Говорила, что надо есть брюкву, чтобы зубы были крепкими. А я видел, как она в лес пошла с какой-то другой тетей. Я тогда вышел за хату, чтобы синяк не мочить. Уже почти светло было. В лес? Тогда больше нет ее. Почему? В округе стая волков завелась. Никто из деревни в лес не заходит. Один только Неллин не боится. Но так ведь он охотник. Ты не присматривался к той другой женщине? Знаешь, кто это был? Нет. Она впереди шла. Я ее не видел. Спасибо, будьте здоровы.
не человек.